Женщину из Шымкента, которая спасла из пожара шестерых соседских детей, считают героем. За мужество и отвагу Марину Гафарову рекомендовали к награждению Министерством по чрезвычайным ситуациям. Случай, который одновременно и шокирует, и восхищает, произошел в середине декабря. 27-летняя жительница города ночью вынесла из горящего дома детей, которые оказались в заперти. Их мать в этот момент находилась на работе. Соседка, рискуя собственной жизнью, бросилась в огонь. После этого жизнь Марины Гафаровой кардинально изменилась. С женщиной-героем встретилась Катерина Попкова. Я вышла, и вот под навесом я слышу плач 10-месячного ребенка. И вот сюда шаг делаю, вот сюда, от навеса, и вижу, как дым и горит он. Прям. Все, я как раз дома босиком была, выбегаю. Не все герои носят плащи. Марина Гафарова без раздумий о своей безопасности спасла шестерых детей своих соседей, оказавшихся в западне пламени. Все, сгорело. Детей вытащили, ребята. Самое главное, детей вытащили. Вот так, кто разбило, детей вытащили всех. Шестеро детей, все там, ничего не видно там. В пламени и дыму Марина смогла эвакуировать всех детей, после чего подоспел ее муж и брат. Они помогли выбросить газовый баллон на безопасное расстояние. Позже стало известно, что причиной пожара стала детская шалость. Оставшись дома одни, малыши разожгли огонь. Я даже, когда детей завела в дом, все, я должна была успокоиться. Нет, я дальше побежала, тазики, ведра, воду и тушить этот пожар. Конечно, для меня это был шок. Мне сейчас Астаны, Алматы звонят, разные передачи, я отказываюсь. Я говорю, мне это не надо. У меня семья, у меня четверо детей, у меня муж, мне работать надо. Героический поступок женщины вызвал общественный резонанс. Сначала подключили социальные сети. Затем в дом к Марине стали приходить люди из разных государственных ведомств, впечатленные ее поступком. За храбрость, за самоотверженность, за это хотели поздравить. Я думаю, с нашей школы каждый ребенок так же сделал. Мы всех так воспитываем. Ее мужество и решимость отметило и руководство департамента ПЧС. Там взяли на себя инициативу выдвинуть Марину Гафарову на получение заслуженной награды. Женщины также пообещали квартиру за спасение соседских детей. Мы считали это героизмом. Наградили благодарственным письмом начальника департамента за счет спонсоров. Сейчас планирует подарить квартиру четырехкомнатную. Многодетная семья Марины Гафаровой сейчас ютится в маленьком доме, где всего две комнаты и нет газа. Новому жилью они, конечно, будут рады. Ее супруг работает грузчиком, а сама женщина помогает соседям копать огороды, делать ремонт, подрабатывает также на рынке. После этой истории Марина стала не только героиней своего района, но и символом силы и человечности. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, 24 КЗ.